В преддверии Дня защитника Отечества в городском спортивном комплексе прошли состязания «Веселые старты», инициатором которых была заместитель директора по учебно-воспитательной работе детского сада «Вишенка» Мария Николаева. В них приняли участие папы воспитанников дошкольного учреждения и пожарные 148-й пожарной части. Каждая команда, а их было три, должна была придумать себе название. С этим заданием все справились на отлично. Затем под руководством музыкального руководителя Ольги Шендрик участники состязаний сделали разминку, после чего приступили к выполнению заданий в основной части соревнований. Сборные проходили дистанции, чтобы получить звание самой спортивной, дружной и веселой команды. Программа была весьма насыщенной. Участникам предстояло выполнить занимательные конкурсы с бегом, прыжками, мячами, скакалками. Все этапы соревнований прошли в напряженной борьбе. Болельщики, пришедшие поддержать родных, не скрывали своих переживаний. Поэтому спортивный задор и желание добиться победы для своей команды захватывали игроков. Изо всех сил они старались обойти соперников на пути к финишу. Атмосфера спортивного праздника была и радостная, и в то же время напряженная. Чтобы завоевать победу, мало быть просто физически сильными. Необходимо обладать достаточной целеустремленностью, силой воли, быть организованными и собранными, ловкими и находчивыми, а самое главное – дружными. После подведения итогов жюри распределило места в тройке следующим образом. Команда «Культуристы» заняла первое место и получила Кубок чемпиона. У сборной «Фортуна» – второе место, а у защитников – почетная бронза. Все участники получили заряд бодрости и массу положительных эмоций. По завершению состязания игроки команд были награждены медалями, грамотами и сладкими призами. А участники обменялись поздравлениями и улыбками. Настроение хорошее. Мы рады, что заняли первое место в очередных соревнованиях этого, так сказать, мероприятия, направления. И хотим поблагодарить наших соперников, так сказать, участников от всей души. Огромное спасибо, что они приняли с нами такое участие.